Ну, это ваше право, можете не жить долго, пошло. Это можно неспокойно. Да. Абсолютно я ваше вижу, право. Пожалуйста. А вот у вас нет абсолютно никакого права, на мой взгляд, абсолютно субъективный, возвращаясь к вашим первым утверждениям, произносить публично, что могу вы за убийство и людей. Я не только имею право это говорить, я должен это говорить. Я должен это говорить, потому что когда истинное христианство молчит о том, что сам Бог благоволит посылает людям то, что по ошибке считается ими страданием, но то, что на самом деле служит им во благо, вот об этом говорить надо. Об этом надо говорить, об этом нельзя молчать. Тот, кто молчит, тот покемон. Вы знаете, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что все, что вы сейчас говорите в эфире, это называется словом фашизм. А, пожалуйста, пожалуйста. И если, так вы, если вам считаю, нравится считать себя фашистом. Я считаю, что гуманизм фашистом. Это сатанизм. Я считаю, что гуманизм это сатанизм. Я считаю, что вот эти причитания о том, что никто не должен лишаться жизни, это прямо антихристианское сатанинское мировоззрение.